Друзья мои дорогие, я вас всех приветствую на своем канале. Ладно, неважно, давайте к самой новости, потому что она длинная, большая и воду лить не будем. Стас Мейсон, это как бы еще и СК Мейсон, и Станислав, и все производные, ну в общем неважно, рассказал о планах сделать синхронизированный с декстопом голосовой чат для мобильного клиента Arizona Roleplay. То есть, как я понимаю, на данный момент все это будет выглядеть так, что чел говорит там на компьютере, и на телефоне чуваки, которые играют с телефона, они слышат того чела, который говорит с компьютера. И чуваки, которые там говорят с телефона, их слышат на компьютере. Как я вот лично все это понимаю. Но есть и сама цитата тут приведена. Это же не просто так, типа, не бигуди вот эти вот все, которые там есть в остальных новостных изданиях. Нет, тут реально вот дело лютое. Вот, цитата есть, давайте ее прочитаем. На данный момент мы в поисках новых разработчиков для Arizona Mobile. Также мы начали усиленную разработку мобильной версии. Уже совсем скоро выйдет обновление с новыми возможностями для игроков мобильной версии. В будущем будут добавлены модели автомобилей и голосовой чат. Это сказал директор Arizona Games Стас Мейсон. Вот тут все написано, расписано и так далее. Я думал, что голосовой чат на Arizona Mobile, он как бы уже есть. Да, не кидайтесь в меня, пожалуйста, камнями. Я думал, что он есть. Я давно не заходил на Arizona Mobile. С тех пор, как вот они выпустили свой вот этот вот 3D дизайн, нужно было заново скачать Arizona Mobile, я типа удалил тот старый лаунчер и больше не скачивал, и думал, что это уже давно появилось, типа голосовой чат, там все прочие дела, как вот это вот сейчас все есть на Black Rush, как это есть на всех прочих GTA самповских серверах, то есть мне казалось, что все это уже давно там сделали, прикрутили, и вообще все там замечательно, но оказывается, что нет, оказывается, что ничего особо таки не сделано, и это плохо, но сейчас, разумеется, как говорит сам СК Масон, СК Мейсон, Станислав Масонский. В общем, как он говорит, вот, то есть они сейчас будут искать разработчиков, и, конечно, вряд ли они найдут, потому что там все разработчики заняты, там сейчас вот этот весь Радмир Мобайл, все вот эти вот прочие проекты разрабатываются, заходят туда-сюда, все их ждут, все на них играют, все вот это вот все прочее делают, и вряд ли сейчас они найдут каких-то разработчиков для мобильной версии. Ну, типа, я не думаю, что они вот в кратчайшие сроки такие, типа, нам нужны разработчики, вот они вот тут же сразу нашлись. То есть я думаю, что так не бывает. Скорее всего придется там куда-нибудь на фриланс обращаться, подавать объявления. Чуваки, которые там сидят на фрилансе, такие типа: о, я могу сделать, я могу починить, я могу сделать то, сё, пятое, десятое. И вот, наверное, только тогда оно все будет доведено до ума. Я не знаю, как сейчас там обстоят дела, вылетает Arizona Mobile или не вылетает. Если есть тут на моем канале люди, которые играют на Arizona Mobile и могут поделиться всеми вот этими сведениями, как там все происходит на Arizona Mobile сейчас, в 2021 году, то, разумеется, вы можете написать все это в комментариях, если вы как раз-таки таковым являетесь. Только не забудьте, пожалуйста, что комментарии нужны больше 4 слов и желательно очень такие информативные, мол, я там 5 дня скачал Arizona Mobile Launcher, зашел в него, на нем поиграл, на нем сделал все прочие вещи, по итогу сейчас там все замечательно, хорошо, отлично и круто. Это замечательно и круто и отлично, и даже, возможно, превосходно, что Arizona Games взяли курс на вот все вот эти вот мобильные версии и все прочее. Вот посмотрев на успех Black Rush, тут волей-неволей хочешь оседлать вот этот вот рынок и прогнать все вот эти вот там какие проекты есть. Mordor RP, Saint-Tropez Roleplay, все вот это прочее. То есть хочешь прогнать волей-неволей все это, забрать их онлайн к себе. То есть переманить какую-то новую аудиторию. Мы сейчас топ-1 в GTA Samp на компьютере, а нам нужен топ-1 в GTA Samp еще и на телефонах, на андроидах, на всех прочих делах. И что, типа... Поэтому они, разумеется, будут во все это вкладываться. Я надеюсь, что у них все это получится замечательно. Ролики по Arizona Mobile до сих пор набирают неплохое количество просмотров. Еще, если знаете, оптимизацию сделать, там собрать все эти теги, семантическое ядро сделать, все прочее, то, разумеется, я думаю, что все получится в наилучших традициях Arizona Games. То есть, хорошо, многие могут пошутить, мол, о, в лучших традициях, ну, наверное, это плохо. Нет, это хорошо, всегда у них все там было. А я играл, снимал и рассказывал вам про проект Arizona RP Games, Arizona RP Mobile, скачать на Android, ПК, телефон и все прочее, поэтому по айпишнику в описании вы можете зайти на самый первый сервер Феникс, я играю на нем, ввести мой никнейм Данила, нет, хотел сказать Данила КПРФ, но это на Black Rush, Данте Коннор вы можете ввести мой никнейм и можете еще ввести промокод при достижении вами 5 игрового уровня, NoToxic54 и все у вас будет замечательно, хорошо и, ну, типа, как еще можно может быть все. То есть я
все сказал. Увидимся тут же завтра. Я надеюсь, что все это произойдет в 20:00, либо же немного попозже. Потому что, друзья, будем честны, не болейте. Хотя в чем можно быть честным? Ну, в общем, не болейте просто и все. И ролик завтра в 20:00 ждите, он выйдет. Должен выйти хорошим, должен выйти неплохим, должен выйти отличным. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. И пока, я это уже говорил 200 миллионов раз, скажу в 500-й. Пока.